Здрасте, друзья! Вот у нас очередная серия по спорту, только теперь немножко необычная. Теперь у нас, наверное, в левом верхнем углу, получается, будет видна моя рожа такая в небольшом разрешении. Но я надеюсь, и вам понравится. Если нет, то пишем комментарии, что автор мудак, удали, пожалуйста, видео. Ну вот, друзья, в общем-то, хватит об этом. Теперь у нас вот что. Теперь у нас, наконец-таки, новый этап в нашей эволюции. То есть мы уже, наконец-таки, из полуразумного существа, просто из какой-то обезьяны, понимаешь ли, превратилась в полуразумного даже или нет. Практически в разумного существа, который умеет элементарно уже охотиться, умеет уже собирательством заниматься, умеет даже, видите, как вы могли заметить, уже хижину построили мы. Кстати, да, и топоры уже умеем конструировать, так что и даже разделывать тушки. Кстати, вот как вы могли заметить, мы тут уже пару диких животных убили. Кстати, что забавно, очень, правда, круто, конечно. Это, можно сказать, наши бывшие соседи бывшие соседи, в общем-то, наши. Только они не успели развиться до нашего уровня. Ну и, конечно же, теперь они для нас стали просто не просто соседями, а теперь для нас они стали банально просто пищей. Вот так вот все у нас в жизни и происходит, собственно. Смотрите, друзья, у нас 68 пищи, да? Я думаю, нам что? Основной ресурс на этапе племя — это пища. Пища. Ну, насколько я помню. Может быть, ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Давайте теперь, вот смотрите, теперь нам можно самим делать детеныши, то есть не надо в каком-то брачном танце участвовать, какой-то адовой садомии, теперь нам нужно просто добавить детеныша одним кликом мыши, и, собственно, все, сейчас выродится какой-то младенчик, да, я так понял. Вот еще одного, ну и, наверное, давайте, ага, все, больше никак, что ли? Нет, вот, и последнего, то есть у нас в племени будет уже 6, так сказать, второе поколение Второе поколение существ, да, вот оно. Вот такой. Ну, в принципе, они ничем не отличаются пока что. Ну, только то, что у нас сейчас появился вожак, так сказать, племени. И вот, собственно, теперь мы живем не абы где, да, а уже у нас есть крыша над головой. Вот, собственно, и все отличия. Давайте теперь что? Выбрать снаряжение в меню. Ага, давайте снаряжение выберем. Что у нас здесь еще есть? Трубы, чтобы помогать, чтобы подружиться с другими племенами. Давайте построим. Видите, теперь у нас отличие этого периода, то, что теперь мы можем еще строить, во-первых, строение, во-вторых, еще, я так понял, заключать такие дипломатические союзы. Так, вот, трубы. Отлично. Теперь мы можем с кем-нибудь сдружиться, да, я так понял. И что? Ну вот мы выбрали снаряжение, да. Кстати, поселенцы. Ага, вот они. Давайте попробуем. Сустин становится взрослым. Вот, кстати, наши уже и малыши подросли. Отлично. Давайте тогда вот выберем вот этих двоих, да, и возьмем, что возьмем? Пускай трубы тоже возьмут и пойдем. Давайте вот так даже всех выберем. И пускай кто, кому не досталось трубы, возьмут по трубе и пойдем уже знакомиться с нашими соседями. Надеюсь, нас они не прогонят и в шею, так сказать, не погонят обратно на наше поселение. Давайте, вот, кстати, смотрите, друзья, вот, собственно, вот это недоразвитые расы. Так, слушайте, нам тут кажется, нам все-таки придется здесь боем прорваться, да? Да. Или, может быть, знаете, вот как-нибудь в обход, вот если так пойдем, то, в принципе, нас и не заденет. Кстати, друзья, здесь нужно еще очень внимательно следить за припасами, потому что вот эти вот ублюдки могут их просто-напросто, ну, своровать, и все. Как дикие животные, в принципе, в природе и делают. Смотрите, как теперь наши друзья выглядят. Очень даже и неплохо, даже и летают. В общем-то, мне нравится, если честно. Так, ну что ж, где у нас здесь? Так, это, в принципе, нормально, более-менее нейтрально. Давайте пойдем посмотрим сейчас, так сказать, историческое событие. Будем знакомиться с нашими соседями. Я надеюсь, в принципе, они... Ну, я надеюсь, по крайней мере, что это будут наши союзники, нежели враги, потому что мне надоело, если честно, воевать. Давайте. Вот, слушайте. Так, ага. Я, слушайте, даже не знал, что можно как-то делать. Так, и что теперь нам нужно делать? А, вот, трубы, ясно. Ага, вот, что, слушайте, классно. Давайте еще подуем в дубу. Вот так, вот. И еще. Вот. Так, слушайте, что, не получилось, что ли?
Слушайте, они даже нас оценивают, офигеть. Ну, это, конечно, доля юмора разработчиков, но неплохо, неплохо так получилось, в принципе. И что, они нам помахали. Давайте еще раз попробуем. Мы, значит, их не особо впечатлили. Ну, еще раз. Я еще раз хочу с вами, ребят. И сейчас я исправлю свои ошибки. Я надеюсь, у нас получится на вас произвести благоприятное впечатление. Так, вот, хорошо. Еще. Вот так вот. И вот так вот. И надо последний раз. Есть. Мы их заинтересовали. Отлично, отлично. 10 баллов, друзья. Слушай, ну как бы на Олимпийских играх просто. Замечательно. Ей-богу, мне прям это прям задор какой-то прибавляет. Офигеть. Никогда я сейчас такого вообще не видел в играх. Ну, это просто срыв башни, конечно. Так, слушайте. Они нам, может быть, пошли гостинцы, может быть, да, какие-то или что-нибудь еще давать. Давайте посмотрим. Так. Ага, вот, они, может быть, тоже сейчас с нами петь собираются, да? Вот у них какие-то тоже трубы есть. Ага. И что? Давайте еще раз попробуем. Поселенцы розовые, чтобы заключить с ним связь, настройте музыкальное представление. Ладно, понятно. Давайте еще раз. Так, хорошо. Хорошо, все пока что отлично. Окей. И. Вы еще бы один разок, и тогда все было бы хорошо. И, блин, слушай, не дотягиваем, еще последний раз надо. Так, все, слушайте, замечательно, замечательно. Теперь наши друзья, союзники и верные товарищи боевые, если что случится. Угу, все, замечательно, друзья. Ну что ж, вот и отлично. Первые наши друзья, надеюсь, не последние. Вот так вот и заключаются союзы в родоплеменных отношениях. Замечательно. Но, кстати, нам две новых, так сказать, что это, две неспособности, а что-то элементов снаряжения, скорее всего, открылось или что-то в этом роде. Сейчас посмотрим. Поселение Розовые стали вашими союзниками. В память об этом знаменательном событии они подарили вашим подопечным новый фрагмент для тотемного столба, а также поделились своими инструментами и снаряжением. Теперь их можно приобрести в племени. Замечательно. Фу, друзья, мне прямо аж на душе, знаете, легче стало, что под боком у нас не враги, не какие-нибудь не нейтральные поселения, а самые настоящие союзники и друзья. И тем более нам тем более прибавка пошла в культуре, можно сказать. Смотрите, вот теперь наше племя разрослось, теперь уже, можно сказать, даже какое-то небольшое поселение получилось. Племя развивается, теперь у вас есть хижины побольше и максимальное число сейчас 9. Охренеть! Вот этот этап мне уже больше, если честно, нравится, потому что все-таки эта аркада примитивно немного надоедала. Так, отлично, слушайте. Дикардис вожак. Так. И что? Так, а давайте тогда пройдем мимо, но пока что не раз. Ой-ой-ой-ой. Так. Ну да, придется все-таки атаковать их. Придется атаковать. Ой-ой-ой. Слушайте, отходим, 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 отходим. Ой-ой-ой, что-то у нас как-то не заладилось немножко. Так, давайте, друзья, знаете, топоры все берем, топоры все выносим этих мудачин, потому что они немножко и многое себе позволяют, стали многое себе позволять. Так что давайте все быстрее по топорам, 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 топорам берем по топорам все. Все взяли стволы, так сказать, давай. Давай атаковать и все. И, ага, все, можно сказать, одного удара. Так, давайте тогда что? Давайте, нужно. Не люблю, когда враги рядом, так что и тем более такие серьезные. Ну, как относительно серьезные, они нам все равно хлопот могут доставить, так что тем более они мешают нашему проезду, так сказать, проходу в соседнее поселение. Так что давайте, знаете, уничтожим их, ну, знаете, чтобы не мешали, потому что уж лучше иметь либо союзников, либо нейтральных, либо вообще никого, потому что в случае чего это просто дополнительные траты будут существ, времени и сил. Так, и, конечно, детеныши, все, так вот, теперь никого не сидим. Отлично, зато теперь, смотрите, у нас прибавка к мясу огромная. Теперь мы можем, в принципе, я знаете, что, думаю, кучу новых детенышей нарожать, да? Смотрите, кстати, как они берут, просто, смотрите, уже подносы у нас появились, такие, смотрите, струганина какая-то, да? Отлично, в общем-то. Вот этих пока что, думаю, ну, этих, в принципе, можно тоже и уничтожить. Ничего страшного в этом, я думаю, нет, потому что, ну, еда, в принципе, она нам всегда нужна, тем более сейчас у нас ее недостаток. Так что, кстати, друзья, вот еда-то пропала, так что, скорее всего, это дикие животные были. Так что сейчас вот это племя мы, так сказать, уже, я так понял, искоренили. Теперь нам нужно зачистить вот эту сторону леса, и все, и будет уже более-менее нормально, так сказать, более-менее
Да, пока что нормально. Более-менее спокойно, да? Я так думаю. Смотрите, быстрее давайте это... Вот еще здесь. Ну, не в принципе, на автомате все дело, так что даже... Даже комментировать нечего, потому даже издавать никакие команды не надо, потому что они, видите, сами какие смышленные теперь. Ну, недаром мозг теперь уже, наверное, вот такой мозг, наверное, у них уже стал. А, так, отлично. Давайте теперь меню племени, да? Или создадим еще побольше. Давайте посмотрим меню племени. Во-первых, что у нас здесь есть? Дудочки. Дудочки помогут присутствовать с другими племенами. Остроги. Остроги позволят ловить больше рыбы в омутах. Давайте. Дудочки. Давайте дудочки посмотрим. Как говорится, больше все на демократию поставим. Точнее, не на демократию, а на дипломатию. Правильно бы так сказать. Отлично. 32. 32. А давайте теперь еще и трех детенышей, в принципе, состругаем. Потому что у нас позволяет, в принципе, еда, да? Да, у нас еще 27 еды, то есть еще два детеныша. Замечен враг, нападение чужого племени. Ой, слушайте. Слушайте, слушайте, слушайте. Теперь вот как раз-таки первые враги у нас появились, да, я так понял. Ну что ж, будем готовиться к осаде. Я так понял. Кто нас атакует? Кто нас атакует? Вот это, да? Ага. И вот, слушайте, на них напал. Ух ты, ё-моё, вот это здоровенный мудень. Слушайте, вот помните, в прошлых сериях на нас как раз-таки такие нападали. А, так, ага. Давайте атакуем, атакуем все сразу же. Атакуем, так, поселение. Слушайте, вот это уроды, слушайте, вот с ними придется все-таки, конечно же, повозиться. Ну давайте атаковать, я надеюсь, наших не убьют. Слушайте, один с дудочкой какой-то. Ну зачем с дудочкой это? Топоры, атакуем, все, изничтожаем всех. Пока что, в принципе, у нас потерь никаких боевых нету. А они несут тяжелые, бы так сказать, потери, да? А, слушайте, нет, одного все-таки убили. Ё-моё. Так. Пока что что? Пока что еще непонятно, если честно, на чьей стороне перевес. Но. Ну ладно. Так. Один есть. Топоры берем. Ребята, давайте, кто там. Кто остался, давайте берем топоры, вооружаемся и вперед атаковать. Вот, еще здесь. Отлично. Так, ну в принципе мы от атаки отбились, да? Да, и в принципе потерь-то у нас никаких и не было, особо сильных, да? Отлично. В общем-то, топоры, хорошо заточенные топоры нам помогли. Отлично. Давайте тогда, вот пускай этот парень тоже возьмет по топору себе, да? Замечены разбойники. Вот, кстати, друзья, я вам и говорил. Так, вот они, да? Давайте, А, не, слушайте, разбойники это другие племена просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Не пойдет такое дело. Давайте тогда. Шейсон. Что? Шейсон, воин с топором. Так, и что, и как там? И куда? Приручение животных. Атака поселения сиреневый. Поселение сиреневый. Чтобы получить пельмень, уничтожить ее жилище, включить дикое животное. Ага. Слушайте, я пока что тут, конечно, вообще в раздумьях. Точнее, в раздумьях я немножко так в смятении, что ли. Ага, но все-таки двоих мы потеряли, да? Ладно, ладно, не будем их преследовать больше. Хрен с ними. Давайте сюда, так сказать, дислоцируемся. Ё-моё, сколько у нас уже теперь? Так, это враги нам теперь уже. Поселение сиреневые тоже враги нам, да? Поселение розовые, друзья. Поселение бирюзовые. Так, а если попробовать с ними, может быть, получится. А, подарками, да, задарить их можно только. Ага. А это кто у нас? Это у нас зеленый. Это, в принципе, тоже у нас получается враги. А, но попробовать можно, конечно, и с ними сдружиться, да? По крайней мере, у нас один союзник есть. Это тоже уже хорошо. Это хорошая новость. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте поохотуемся. Это замечен враг нападения чужого племени. Опять, что ли? Да что такое-то? Теперь нас опять сиреневые атакуют, да? А, нет, нас раньше нас только розовые атаковали. Теперь нас. А если вот так попробовать? Чтобы прибыть, нужно бить 10. Ага, то есть их можно, так сказать, задарить подарками. Нет, это не наша. Это не наша история. Будем атаковать, будем биться до последнего. Так, вот здесь атакуем все. Все, давайте, биться до конца. Слушайте, они даже наше получается поселение, да? Да. Наше поселение разрушает. Ну ничего, мы тут с ними справимся, потому что они все равно в меньшинстве. Отлично, слушайте, еще подмога какая-то к ним идет. Ё-моё, слушайте, прям настоящая битва, конечно, идет, потому что тут. Офигеть, их сколько! Ё-моё! Я офигеть. Охренеть! Ё-моё!
ё-моё, да сколько уж вас здесь, а? Так, одного практически нашего уже убили, да? Слушай, не так все просто у нас на самом-то деле. Ох-ох-ох-ох-ох. Так, надо, значит, быстрее кого-нибудь, на кого-нибудь поохотиться. Ого, ё-моё, нас 4 всего лишь осталось. Офигеть, 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 офигеть. Слушайте, нас еще могут даже убить. А, вожака сейчас убьют. Неужели вожака убьют? Офигеть, да что ж такое-то? Убили, да, вожака все-таки. И что, без вожака мы не можем атаковать? Охренеть. Кажется, мы ничего не можем сделать, да? Блин, это просто фиаско. Это фиаско. Кажется, мы проиграли. Да, так. Так и есть. И что делать тогда? Блин, это за жалость. Ваше племя прекратило существование. Повторите трагическую историю. Вините. Блин. Да ё-моё. Опять что ли? Офигеть, с самого начала все начинать. Да ну нафиг, а. Офигеть. Слушайте, ну и, друзья, это был хороший урок для меня. А теперь нужно будет продумать больше, так сказать, тактику лучше. И действовать более решительно. Я, наверное, скорее всего, агрессивнее, что ли. Блин, ну, я, если честно, такого не ожидал. Столько агрессивных племен, это просто жесть. Может быть, так совпало, может быть, это закономерность такая. Ну, блин, реально жесть. Одно только нейтральное племя, и все остальные враждебные. Это, конечно, не успел ничего сделать, и на вон. Жесть просто. Ну ладно, друзья, наверное, на этом серию не прервем, а закончим. Так сказать, это более-менее, это, так сказать, можно, ну, описать как пилотная серия, скорее всего. Если вам понравится такой формат, то мы, в принципе, будем дальше продолжать. Ну, по крайней мере, вы теперь знаете, что такое это племя, и что, и как с ним вообще, и как с ним дальше вообще обращаться, да? Вот, что я несу? Ладно, в общем, там мне что-то уже голову напекло, видимо, за сегодня. Друзья, в общем-то, я надеюсь, было интересно. Теперь у нас, конечно же, совсем все по-другому стало. Теперь все жестче гораздо. Никаких компромиссов нам здесь игра не делает. Просто, можно сказать, с первого раза нас и вынесли всех. Ну ладно, зато это стало более интересно, все-таки больше возможностей. Вот так вот, друзья. Ну, давайте, да, увидимся в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр, кому было интересно.